Югорчанин оформлял кредиты на своих земляков без их ведома. Случай произошел в Советском районе. Мужчина вступил в сговор с работниками салона сотовой связи. Так мошенник получал займы, используя паспорта людей, которые приходили в магазин раньше. Кроме того, злоумышленник брал документы у людей с алкогольной зависимостью. В общей сложности ему удалось набрать 3,5 миллиона рублей заведомо невозвратных кредитов. Кроме того, мужчина пытался отмыть деньги. Он купил машину и не поставил ее на учет. Теперь за подделку документов, мошенничество и легализацию преступных денег аферисту грозит до 5 лет тюрьмы.